Думаете, это просто курица? Ошибаетесь. Это удивительно ароматная курица. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Курица в самых разных видах – это, наверное, один из самых популярных источников белка для среднестатистической семьи нашей необъятной. Я тоже люблю побаловать себя этой птицей. На канале более десятка классных рецептов с курицей. Щелкайте плейлист «Птица» и смотрите. Либо проходите по ссылке в описании видео. Но сегодня я хочу показать один, на мой взгляд, чрезвычайно простой, но при этом довольно необычный вариант. Необычный он в первую очередь... Впрочем, давайте я лучше покажу. И очень рекомендую вам повторить этот рецепт на своей кухне. Пройдем на рабочее место и приступим. Понадобится хорошая курочка для запекания весом 1,5-2 кг. Смотрите, какая желтая. Такой цвет она приобретает, потому что откармливают этих птиц исключительно кукурузой. Но в сегодняшнем рецепте заиграет красками любая курица. Еще понадобится 3 головки чеснока, пучок ароматных трав, тимьян, лавровый лист, шалфей вот у меня такой завядший. И массивная утятница, либо глиняный горшок с крышкой для запекания. Еще понадобятся всякие мелочи, подробнее смотрите в описании видео. Понимающие люди, увидев такое количество чеснока, уже поняли, что сегодняшняя курица – яркий представитель французской кухни. Совершенно верно! Этот рецепт был опубликован в незапамятные времена в книге Жан-Ноэля Скудиера «La véritable provinciale et niçoise». Простите мне мой французский. Короче, традиционная кухня Ниссуаза. Чеснок вкладу в посудину прямо в шкурки. Теперь тушку птицы надо хорошенько натереть солью и перцем. Я для сегодняшнего рецепта использую не обычный черный, а вот такой душистый горошек. Его еще продают под наименованием ямайского перца. Он придаст курице дополнительный такой яркий аромат. Снаружи также ее надо хорошенько натереть перцем и солью. А теперь закладываю внутрь пучок ароматных трав. Я позволил себе небольшое дополнение к классическому рецепту. Кроме букета гарни, положенного по книге, использую целый лимон. А вилкой накалываю, чтобы больше он аромата своей отдавал. Мне нравится легкая кислинка и тонкий цитрусовый аромат. Подготовленной птичке надо полежать и напитаться ароматами хотя бы полчаса при комнатной температуре. А если у вас есть время, то можно и на 3, и на 4 часа оставить. Будет только лучше, только вкуснее, только ароматнее. Больше скажу, ее можно и на сутки так оставить, и даже на 2. Но в этом случае, конечно, стоит ее убрать в холодильник. А теперь займусь подготовкой герметизации моей посудины. Немного муки, делаю кратер и добавляю растительного масла и воды. Надо замесить комочек теста. Пропорции вообще не важны, делайте как получится. Если слишком плотное и сухое тесто, добавьте масло или воды. Если слишком жидкое, добавьте муки. Вот такое будет нормально. Закрою его пленкой, чтобы не пересыхало, а сам займусь подготовкой гарнира. Для гарнира к этой курице Жан-Ноэль рекомендует использовать крутоны, сухарики. Можно, конечно, купить готовые, но я предпочитаю готовить их самостоятельно. Гораздо вкуснее получается. Но это только одна часть гарнира, а второй чуть позже. Обычно для крутонов я использую самый дурацкий безвкусный хлеб. Именно в сухариках он вдруг становится очень хорош. Вот в этом ролике я показывал про салат «Цезарь». Если еще не видели, щелкайте и посмотрите, классный ролик. Я каждый раз повторяю вот это самое «щелкайте и смотрите», потому что регулярно появляются вопросы, а где посмотреть. Видимо, на канал приходят новые люди, которые еще не разобрались с YouTube, со спецификой и не знают, что все такие ссылки активны. Так вот, сегодня у меня в закромах такого хлеба нет, поэтому я буду использовать багет. И нарезаю его, как видите, совсем не кубиками. Крупность нарезки никакой роли не играет, голый вкусовщина. Сохнет все в духовке минут 20. В курице, конечно, много чеснока, но французы вообще чеснок обожают, поэтому я будущие крутоны посыпаю еще и сухим. Свежий, на мой вкус, здесь будет хуже. Может начать гореть, и это испортит всю обедню. А теперь еще немного оливкового масла. И можно убирать духовку. Масло именно ароматное, extra virgin, ну или на испанский манер virgin extra. Здесь не жирнота нужна, а именно тонкий оливковый аромат. Температура в духовке 120-130 градусов. Если у вас есть режим с конвекцией, смело включайте. Крутоны будут готовиться быстрее. Пока не готовятся, займусь запечатыванием горшка. Для начала добавлю немного оливкового масла к курице. Из нее далеко не сразу начнет вытапливаться жир, и без масла чеснок может подгореть. И этим же маслом обильно смажу края посудины, чтобы тесто не намертво прилипало. Я в глиняном горшке кашу, бывает, томлю.
и также плотно запечатываю тестом крышку, чтобы как можно дольше томилось. Получается совершенно фантастическая каша с грибами. Или с куриными потрошками. В незапамятные времена рецепты таких каш я публиковал в ЖЖ, в скандально известном сообществе «Кичинах». Так вот, один из участников сообщества решил повторить рецепт на своей кухне. Но тесто для запечатывания горшка сделал довольно жидкое. Крышка горшка его входила в горловину довольно плотно. Да еще и горшок он использовал не обливной. А у необливной керамики поверхность достаточно шершавая. Короче, обмазал он хорошенько своим жидким тестом этот край. Крышка имела вот этот бортик сантиметра 2, он в глубину уходил и очень плотно посадил крышку. А когда каша приготовилась, просто не смог ее открыть. Крышка намертво приклеилась. Короче, писал мне претензию по поводу расколотого горшка. Вот чтобы такого конфуза не получилось, не делайте жидкого теста и хорошенько смазывайте поверхности маслом. Абсолютная герметичность здесь не нужна. Главное постараться сохранить как можно больше ароматов внутри горшка. Ну и сохранить его целым, конечно, при этом. Пока я болтал, крутоны приготовились. Красивые, правда? А в духовку отправляется курица. Температуру выставлю в 200 градусов. Посуда у меня глиняная, она проводит тепло гораздо хуже, чем металл, поэтому на птицу такого размера и в моей духовке всего на приготовление уйдет часа два. Если бы я готовил в металлической ягутятнице, чугунной или алюминиевой, то потратил бы на приготовление часа полтора. И еще момент. Если вы отправите птицу в духовку сразу из холодильника, то это опять же потребует большего времени на приготовление. Учитывайте это и ориентируйтесь на свой опыт использования вашей посуды в вашей духовке. Для второй части гарнира я использую варено-копченый бекон собственного изготовления. Ролик про его приготовление я уже показывал. Щелкайте, ну вы знаете. Пахнет. Вкус. Смотрите, готовьте. Ну или заглядывайте в описание видео, ссылка там будет. Готовится такой бекон, конечно, долго, 4-5 дней, а то и неделю, но времени за всю эту неделю своего личного я трачу на этот бекон всего 20 минут. То есть даже не 20 минут в день, а 20 минут на весь бекон. Отправляю его на сковородку, пусть вытапливается. А теперь нежно мною любимые шампиньоны. Они у меня не крупные, поэтому порежу на 4 части, будет нормально. Я уже столько раз рассказывал про многогранность шампиньона, потому что люблю этот гриб. Жир уже вытопился. Запах стоит умопомрачительный. Никакой нынешний магазин и рядом не стоял. Все, оставлю грибы томиться на слабом огне. Сначала они дадут сок, потом этот сок начнет выпариваться, а грибные ароматы начнут концентрироваться в этих грибах. И вкус будет совершенно потрясающий. Все подробности про это смотрите здесь. Убавлю огонь до самого слабого и накрою крышкой. Прошло 40 минут. Пора отключать нагрев. Грибы я посолил совсем чуть-чуть, потому что бекона у меня много и он довольно соленый. А вы ориентируйтесь на свой вкус и на свои продукты. Все готово. Крышку с горшка настоятельно рекомендую снимать уже за столом, когда все едоки сидят в ожидании. Под ней ароматическая бомба. И будет жалко, если она рванет, а все гости окажутся вне зоны ее поражения. Заблаговременно нарублю петрушки. Ее свежесть, на мой взгляд, отлично оттенит это блюдо. Ну что, готовы? Скрываю. Обалдеть! Как кулаком по затылку. Мощный аромат трав, чеснока, курочки. Такое ощущение, что желудок сейчас своим желудочным соком прожжет дырку в брюхе. Да, конечно же, есть необходимость хорошо изучить характер своей духовки и ее взаимодействие с имеющейся у вас посудой для запекания, но оно того стоит. Даже голова кружится. Последний штрих. Петрушка от тепла курицы начинает отдавать свои ароматы совсем уже неприлично. Непередаваемо. Красиво? Все, никакого уже терпежу нет. Надо снимать пробу. Ну, что там у нее внутри? А внутри у нее ЛПЧ. Запахи трав, лимона, ямайского перца. Это непередаваемо. Нежнейшая. Мощный запах чеснока печеного. На крутоны надо обязательно выдавливать вот этот печеный чеснок.
Фантастика. Печеный чеснок, пропитанный ароматами курицы. А здесь еще и бекон. Насчет бекона и грибов, кстати. Супер. Супер сочетание. Очень просто. Приготовьте. Не пожалеете. Нет слов. Просто нет слов. Готовьте. Постарайтесь заботиться именно свежими травами. Я знаю, что очень многие выращивают их в горшках на подоконниках, как цветы. И вы получите такой результат. Спасибо за компанию. Всем пока.